Подростки подрабатывают на каникулах – хорошее дело. Проблема в том, что их права не всегда соблюдаются. Для пресечения подобных фактов соответствующими органами регулярно проводятся рейды. В составе мобильной группы участковый инспектор, представители органов контроля в сфере труда, городского отдела образования. На этот раз они отправились в микрорайоны Ак-Мечеть и Мирей. Были отработаны все автомойки, где обычно подрабатывают несовершеннолетние. К сожалению, на отдельных автомойках были выявлены нарушения правил приема на работу несовершеннолетних. Зафиксирован случай отсутствия договора между законными представителями подростков и работодателями. С последними проведена профилактическая беседа. Разъяснены правила приема на работу несовершеннолетних. Особо подчеркнуто, в случае повтора нарушений последует жесткое наказание. В микрорайонах Мирей и Ак-Мечет проверяем автомойки. Цель – разъяснение необходимости заключения трудовых договоров. При выявлении отсутствия договора на первый раз предупреждаем, какие меры наказания предусмотрены законом. Мы взяли на контроль все установленные во время рейда нарушения. С несовершеннолетними должны заключаться договора с письменного согласия взрослых. Выполняемые работы не должны причинять вреда их здоровью, нравственности. Рабочая неделя для работников в возрасте от 14 до 16 лет должна быть не более 24 часов. В возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов. Эти ограничения мы разъясняем работодателям и просим строго их соблюдать. В ходе рейда мобильная группа разъяснила и подросткам их права, куда в случае нарушения прав они могут обратиться. Любой сигнал, подчеркнуто, детально проверяется. Подобные рейдовые мероприятия будут проводиться все лето. Надежда Коробкина, Чингиз Абаев, Досхан Сатпай, телеканал «Казахстан Кызылорда».